Здравствуйте, друзья! С вами Феликс, и этот ролик я снимаю в основном для одного из моих партнеров. Ну и думаю, что кто увидит, для тех это тоже будет полезно. Итак, разговор пойдет о вот этом сайте франшиза клуб, который вот недавно начал разворачиваться. И ну, я тоже за ним следил там с самого начала. Сайт очень красивый, профессиональный. Здесь ролик о том, кто-то заработал там 14 миллионов на франшизе. И платежки. В общем, очень хороший сайт. Профессионально сделанный. Ну и вот здесь вот список того, во что нам предлагают вложиться. Вместо вот этого ролика, если бы была вот вставлена такая маленькая коротенькая статья из Википедии, что это такое франшиза, для многих, то есть уже все, закрывай, сушите весла, да, как говорится. Что здесь в основном написано? Что это комплекс благ, исправ пользования брендом и бизнес-моделью. Также товарным раскрученным знаком, если у них есть, технологии какие-то, если есть у данной, вот, например, вот, вафельного фастфуда и так далее. То есть мы приобретаем право пользоваться вот этим всем. Вот это и есть франшиза. Теперь в этом списке, когда я первый раз с этим сайтом познакомился, так сказать, у них были грузчики. Если кто с самого начала тут участвует. И интересно, вот какие технологии у грузчиков, да, которые можно за деньги купить и использовать. Но хотя бог с ним, как говорится. Далее, допустим, ну, возьмем что-то такое, что именно может быть там технология. Взять тот же вот этот фастфуд вафельный. Вот этот тренд кому-нибудь, торговый знак, знаком? Не знаком. То есть, не знаю, для того, чтобы вот такой вот фастфуд где-нибудь у себя в городе открыть, мне вот это ничего не говорит клиентам моего фастфуда, так скажем, да, чтобы они сюда прибегали, приходили вот на эту торговую марку. Ну и кроме того, допустим, я все-таки там решил именно вот этим вот заняться. Все эти вот франшизы, игрушки и так далее, взяты вот с этого сайта topfranchise.ru, где все, ну, можно сказать, все российские компании выставили свои предложения. Если я захочу, вот это, кстати, эти грузчики, если я захочу у себя в городе открыть такую же фирму под тем же названием, так я свяжусь с ними, куплю эту франшизу, потому что организаторы вот этого вот клуба, с чего обещают платить прибыль ожидаемую? С того, что они вот сейчас купят вот эту франшизу и через некоторое время ее дороже перепродадут. Но они никогда не смогут ее продать выше той цены, которую предлагает, ну, сам производитель, скажем так. Зачем мне покупать у посредника то, что я могу купить напрямую? Вот и весь ответ на то, с чего будут и будут ли платиться какие-нибудь прибыли вот этим вот людям. Единственная прибыль — это на привлечении партнеров. То есть обычная пирамида и все. Вот это вот все это, так скажем. Причем вот здесь вот
маленькими буквами написано, что показатели окупаемости являются предположительными и основаны на субъективных расчетах. Они не являются обещанием успешного бизнеса. Вот и вся франшиза. Я не хочу ни о ком ничего плохого сказать, поймите правильно. Но, например, вот то, что я предлагаю, да, вот сайт, один из тех сайтов, которые я предлагаю или показываю. Вот адрес, посмотрите, какой он черный, серый, непонятный и вообще непривлекательный. Но здесь я покупаю рекламный пакет, именно трафик. У этого сайта есть трафик, который я покупаю там за доллар или за 5. И за эти 5 долларов покупаю показы своего проекта, какого-нибудь другого проекта. Плюс к этому он обещает что-то заплатить. Даже если он мне ничего не заплатит, то есть прибыли никакой, я уже купил, допустим, трафик на какой-нибудь другой сайт. Хотя вот этот черный и непонятный сайт, кстати, вот это покажу сейчас. Вот вторая выплата пришла. Олег зовут. 8 декабря заказывал, 9 выполнено. Хотя тут срок 3 бизнес-дня. Вот этот черный серый сайт дает мне трафик на другие сайты, на которые у меня появляются партнеры, и дает мне прибыль. А вот этот сайт, ну не знаю, кому что принесет. Кому-то что-то даст. Ну а кому и что, думайте сами. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.